Дорогие друзья, до Нового года остались считанные дни. В новогоднюю ночь прозвучит поздравление Назарбаева. Давайте отпразднуем его последнее поздравление. Выйдем на улицы и проводим его в последний путь. Можно выйти в новогоднюю ночь с бенгальскими огнями или хлопушками. А можно просто одеть новогодний колпак. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Пусть все плохое останется в старом году. Давайте дружно отметим окончание последнего года правления Назарбаева, чтобы Новый год принес долгожданные перемены. Желаю нам всем Новый год без Назарбаевых. Шалкет. Алга, Казахстан. С Новым годом, друзья!